Bet City – это топовые события и самые высокие коэффициенты каждый день. Получай статус и рекордный кэшбэк до 25% в программе лояльности Bet City. Ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 30-27, 30-27, and 29-28 for the winner by unanimous decision and still undefeated Shara Bulatmagomedov. Я с Шарой Буллетом. Шара Буллет. Вставай по центру. Ты принял бой на трехнедельном уведомлении. Почему для тебя было так важно побиться в Абу-Даби? Это для меня, можно сказать, родная публика. Я хочу больше драться и завоевывать все новые и новые фанатов. Единоборств. Я новый в этом деле. Я только начал. Шара, у тебя теперь 3-0 в UFC. Это было очередное впечатляющее выступление. Что ты хочешь делать дальше? Потому что ты просто взлетаешь в этих рейтингах. Спасибо большое организации, лучшему промоушену UFC, Дэна Уайт, Хантер Кэмпбелл, Али Абдул-Азиз, большое спасибо. Я просто мечтал об этом поединке, и я очень рад, что выиграл сегодня. Иншаллах, в следующем бою я хочу встретиться с Ником Диазом. Ник Диаз, давай биться, ты ударник, я ударник, ты на закате карьеры, я только пришел. Погнали, это будет очень интересный бой, на него будет большой спрос среди фанатов. Погнали, в Абу-Даби, в октябре. Поздравляю с очередным впечатляющим выступлением. Леди и джентльмены, аплодисменты Шаре Буллету Магомедову.